Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Я с удовольствием представляю ее участников. Итак, Горди Дуайер, главный тренер команды Медвешчак, Загреб, Хорватия. Главный тренер команды Витязь, Подмосковье, Валерий Белов. First of all, congratulations to BTS for the three points. Поздравляю команду Витязь с тремя очками. I thought we had a good start to the hockey game. Это был хороший старт у нас в игре. We were able to find a way to create some offense early. Мы выбрали защитную систему для начала. I thought that their team got better after the first period and played strong, played good hockey from the second and the third period. Мы играли очень сумбурно в первом периоде, strong, сильно. Имеется в виду команда Витязь играла сильно. So it's disappointing that we weren't able to get some points. Their goaltender was excellent. We will have to turn the page and refocus and get ready for our next game. Thank you. Спасибо, но, к сожалению, нам не хватило сегодня очков в этой игре. И мы постараемся в следующей игре выступить лучше. Благодарю за поздравления. Действительно, эта игра была очень важна и в плане психологическом, и в плане очкового багажа. Дело в том, что в Риге мы, наверное, провели свою самую слабую игру в этом чемпионате. Поэтому по нашей команде хочу сказать, что мы сделали, в общем-то, правильные выводы, наверное. Вот, и неплохо подготовились. Вот, а соперник, мы знали, что это очень сильная команда. И, в принципе, она нам сегодня преподала урок такой позиционной атаки. Вот. Потому что все-таки мы мало бросаем. Вот. Это такая небольшая наша проблема. Есть у меня. Над этим работаем. Сегодня соперник показал. Ну, слава богу, что, в общем-то, сумели выстоять. Вот, и Сатири помог там в конце. Вот. Еще раз говорю, что три очка очень важны для нас. Спасибо. Пожалуйста, уважаемый журналист, ваш вопрос. Мы на этом все ждем вас. 5:14. Спасибо.